Технологию блокчейн интегрируют в индустрию киберспорта. Как сообщает в своем блоге киберспортивный проект Ella Play, они интегрируют в работу собственной платформы блокчейн-решения. Заявление команды проекта еще раз говорит о том, что блокчейн становится все более привлекательным для индустрии киберспорта. Уже сегодня различные онлайн-казино и киберспортивные платформы используют возможности, предлагаемые блокчейном. Например, проводят ICO для получения средств на дальнейшую разработку. Одним из примеров таких платформ являются игровая платформа First Blood и Gilgam ES. Но, разумеется, есть и другие проекты. Некоторые из них предлагают специальные токены для покупки скинов в интернете, другие – продвинутые опции для ставок. Исходя из этого, уже сложилось мнение, что массовая токенизация индустрии киберспорта – это лишь вопрос времени.